Good morning, everybody. I hope you can hear me. Hello, my name is Killian Clifford, and I am the moderator for today's session. Now, I'm just going to try and share my screen here with you. So welcome, everybody, to the Diaspora Summit here in Dublin, or virtually, as we are all joining it. My name is Killian Clifford, and I am the host for today's session. Now, we have today, so I'm just going to stop sharing my screen because it's not working, but we have today a session on the diaspora philanthropy called Time, Talent, and Treasure. So philanthropy is often defined as private contributions for public good. And we see it most obviously with large entities such as, say, Bill and Melinda Gates Foundation or the Open Society Foundation. But philanthropy is more than just the provision of financial resources. It's about the three T's of time, talent, and treasure. And here, diasporas have a rich history in philanthropy, whether it might be through mentoring, which is time, skills transfer, which is talent, or indeed financial support, which is treasure. And through philanthropy, diasporas become important actors in sustainable development, whether it might be at home or abroad. So today's session will examine this role more closely and explore some of the key trends and models for success. And from these learnings, actionable takeaways for key stakeholders in the area of diaspora philanthropy will be provided. And the output from this session will feed into the output document for the summit, which is known as the Future Agenda document. And to facilitate that, we have an action-packed agenda. In a moment, I'll be handing over to the session host, Kingsley Aiken of the Networking Institute. Then we'll have a TED Talk video from Almaz Nagash of the African Diaspora Network. And we'll also hear from Sanjeev Josipura of In Diaspora, followed by an interactive session. Все будет Санджив Джишипура, представитель сети In Diaspora. Кингсли Эйткинс представляет Институт по вопросам взаимодействия. Затем у нас будет видео с выступлением TED Talk. Напоминаю, что сессия записывается. Прошу всех участников держать микрофон выключенным, соблюдать регламент. Напоминаю, что у нас есть синхронный перевод. В нижней части экрана достаточно нажать на кнопку с глобусом и выбрать желаемый канал. У нас 6 официальных языков ООН. Помимо этого есть и чат, где также можно общаться и писать что-то, сообщать комментарии, замечания в письменном виде. А также у нас в конце зарезервировано время для интерактивных вопросов и ответов. Вы можете в прямом эфире задать свой вопрос или сделать какой-то комментарий. Для этого нужно воспользоваться соответствующей функцией «поднять руку». Ну а сейчас я передаю слово своему коллеге Кингсли, представителю Института по вопросам взаимодействия. Доброе утро, уважаемые коллеги. Благодарю правительство Ирландии за организацию мероприятия. Это очень важное мероприятие. Немного расскажу о своем опыте. Уже 17 лет я занимаюсь взаимодействием с организациями по взаимодействию с диаспорами. Я нахожусь в США, но работаю по всему миру. Это первое мероприятие в своем роде. Оно проходит в Нью-Йорке. И успех предыдущей работы подкрепил и заложил основу проведения сегодняшнего мероприятия. Мы смогли заручиться и собрать немалое количество средств, 7 миллионов долларов, и все это благодаря непосредственно пожертвованиям представителей диаспоры. Итак, тема сегодняшней сессии – это филантропия диаспоры, время, таланты, богатство ресурсов. Мне очень нравится сравнение с деревом, которое под свою крону принимает всех, кто нуждается в тени. Здесь работают в этом секторе и неправительственные, и некоммерческие организации, и коммерческий, и частный сектор. И изначально корни диаспоры и работы с диаспорой уходят непосредственно в благотворительность. Вот сейчас мы говорим о принципе межпоколенческого передачи опыта. Сейчас в руках
немалое количество людей сосредоточены существенные средства. И хотелось бы, чтобы эти средства направлялись на всеобщее, на цели всеобщего блага. Только в США 30 триллионов долларов будут передаваться в ближайшие 30 лет, проходя, так сказать, через вот этот межпоколенческий процесс, процесс передачи благ. И нельзя не задаться вопросом, как эти средства будут распространяться. Прежде всего, эти средства будут переданы детям, потомкам. Также эти средства частично могут попасть в руки правительственных структур через систему налогообложения. И третье направление – это филантропия. Очень часто можно слышать, что средства сначала на первом этапе ведут к успеху, а затем уже человек думает о наследии, о том, что он оставит после себя. Итак, мы думаем сейчас о наследии. И здесь у диаспоры как раз есть очень большое преимущество. Уже существуют структуры, которые облегчают передачу благ, передачу вот этого богатства. Еще в самом начале 20 века в США вот это филантропическое движение получило начало, затем постепенно распространялось по всему времени. Сейчас в 70 странах работают уже развитые организации. Также мы говорим о донорских средствах. Только в прошлом году в США был принят закон, который дал четкое определение государственной благотворительности. Был организован банк Fidelity Bank, который как раз управляет средствами тех, кто делает вклады в филантропию и различные проекты благотворительного характера. Таким людям, таким образом, вот эти доноры могут получать налоговые льготы. И сейчас уже более миллионов подобных фондов и 37 миллиардов долларов уже были выделены благотворительным организациям посредством банковских структур. 200 триллионов долларов также были направлены из США на международные проекты за пределами Соединенных Штатов. Итак, вот этот сектор филантропии стал важной частью работы диаспоры, деятельности диаспоры по всему миру. Он состоит из трех потоков. Это поток знаний, людей и финансовых средств. Я очень много лет уже работаю в этой области, и я вывел для себя ряд важных уроков, важных выводов. Прежде всего, средства, денежные средства – это наш кислород. И получить эти средства можно только у людей, у которых есть эти средства. И это, к сожалению, правда жизни. Люди, как правило, делают пожертвования тем, кому они доверяют, кто им нравится. Например, Карнеги, фонд Карнеги – прекрасный пример. И это все означает, что с этим процессом связан определенный путь. Филантропия – это, можно сказать, не что-то, что человек, к чему человек стремится добровольно. Филантропия требует того, чтобы средства нужно попросить. И просто так средства к вам не прибегут. Нужно активно действовать для того, чтобы эти средства поднять и получить. Есть определенная модель, модель, которая может помочь тем, кто сейчас занимается развитием взаимоотношений с диаспорой. В США университеты, институты разработали такую модель. Первое направление – это получение средств от большого количества людей и получение средств и фандрейзинг на основе небольшого пула доноров. Мы проводим специальные кампании по сбору средств, которые направлены на определенные, четко определенные цели или проекты. И такая работа следует четкому процессу, который хорошо определен, который можно разделить на четыре этапа. Прежде всего, исследования. Исследования, которые позволяют ответить на вопросы, где представители диаспоры, чем они занимаются, как с ними
войти в контакт. Вот мы уже говорили на предыдущей сессии о важности данных, информации, статистики. Итак, вот этот процесс проведения исследований – это очень важный вопрос. То есть не то, что диаспора может сделать, а то, что диаспора реально может сделать. Например, у диаспоры может быть прекрасные возможности помочь какому-то проекту, но при этом нет желания, нет инициативы. Вторая фаза – это, можно сказать, налаживание взаимоотношений, рассказ, выстраивание взаимного доверия. То есть вы рассказываете о себе. Это требует времени, энергии, требует сочувствия, налаживания контактов, личных взаимоотношений. Все это требует большого времени. Затем третий этап. Третий этап – это уже этап, когда вы просите средства. И это один из важнейших инструментов рынка, то есть то, как вы просите помощи. Даже когда человек знает, что эти средства могут пойти на какой-то замечательный проект, еще нужно правильно попросить, эффективно попросить. И четвертый этап – это качественно эффективное управление. Очень важно, чтобы ваши доноры понимали, на что эти средства идут, чтобы вы могли продемонстрировать результаты, отчитаться за каждый потраченный цент, чтобы диаспора и ваши доноры понимали, на что эти средства ушли. Очень многие процессы застапливались, останавливались из-за того, что финансовая поддержка, так сказать, прекращалась из-за утраты доверия. Мы при разработке и исследованиях подготавливаем очень хорошо обоснованные исследования проектов. Несколько лет назад ректор одного из ирландских университетов завел разговор с кем-то, с кем он сидел за одним столом на каком-то мероприятии. Соседом оказался успешный бизнесмен, представитель ирландской диаспоры, который благодаря вот этому первому контакту стал регулярно общаться и делать существенные пожертвования университету. Свыше миллиарда долларов этот человек поддерживал. Чак Финни зовут этого человека. Это знаменитый, известный человек. Уоррен Баффет и Билл Гейтс его прекрасно знают, называют его героем. И так вот, этот представитель диаспоры действительно сделал невероятный вклад. Он, собственно, учился сам у Эндрю Карнеги. Он верил в принципы и очень часто любил повторять, что страус умирает в позоре. И вот почему Чак Финни под конец жизни решил просто все свои средства раздать. И сейчас он вышел на пенсию, в отставку, живет в Сан-Франциско, живет в квартире, которую снимает. Но при этом он раздал все свои средства. И сейчас это фактически такой флагман для движения диаспоры. Ну, на этом мой регламент. Мое время истекло. Передаю вновь слово вам, Киллиан. Большое спасибо. Очень интересная история. Я не знала, что Чак Финни вот так поступил. Вы верно отметили очень важные моменты, моменты, связанные с взаимодействием с представителями диаспоры, принципы филантропической работы. Вы совершенно верно заметили, что нельзя относиться к филантропии как к чему-то само разумеющемуся. И, пожалуй, мы как раз о том, о чем вы только что очень кратко рассказали, будем это прорабатывать в рамках всего саммита. Ну а сейчас у нас запланировано выступление в формате TED-talk. Это уважаемый коллега Алмаз Нагаш, который представляет сеть африканской диаспоры. И сейчас я попрошу техническую службу запустить видео, чтобы мы могли послушать выступление Алмаз. Здравствуйте. Меня зовут Алмаз Нагаш, я представляю сеть африканской диаспоры. Я нахожусь в Калифорнии и с удовольствием приветствую всех делегатов данного мероприятия, независимо от того, как вы подключились лично или виртуально
Замечательно, что вы воспользовались этой возможностью установить контакты и чему-то друг друга научиться. Мне очень приятно. Хочу поблагодарить за приглашение, хочу поблагодарить Кинсли, хочу поблагодарить Тиллиана. Вы замечательные коллеги. Я благодарю вас за совместную работу, за поддержку. Меня попросили рассказать о том, чем занимается наша сеть, какими вопросами, какие вопросы мы решили. Я постараюсь в следующие 10 минут именно об этом рассказать. Итак, наша организация, так же, как и очень многие начинания в этой жизни, начались с идеи. Мы подумали над тем, как оказывать поддержку сообществам во всем мире, как выстраивать мостики с африканскими странами, как установить вот эту сеть взаимосвязи, контактов внутри нашего сообщества. И нам удалось познакомиться с замечательными социальными предпринимателями. Я сама из Эритреи и выросла в Асмале, там же и родилась. В 1994 году оказалась в Нидерландах. И Эритрею я покинула по очевидной причине, потому что там шла война. Я закончила школу в Нидерландах. И в следующие 5 лет... так сказать, пыталась приспособиться к новой жизни. Я учила язык, я училась, я потом стала подключаться к работе с диаспорой. А затем переехала в США, и у меня началась совершенно новая жизнь. Это прекрасная страна, здесь прекрасные возможности для иммигрантов. И я пыталась также здесь справляться со своими задачами. Было нелегко вначале решать проблемы, но благодаря помощи, благодаря щедрости других я смогла встать на ноги, смогла помочь своей семье. И, конечно, очень важно, чтобы была возможность помогать другим, чтобы люди могли встать на ноги. И мы в нашем сообществе помогаем друг другу. Диаспора — это по-настоящему сообщество, в котором мы живем. И если бы я не смогла здесь справиться с проблемами, я бы не смогла помогать своей семье, не смогла помогать тем, кто остался у меня на родине, моим родным. И итак, в 2010 году мы начали работать в рамках сети африканской различных сообществ, диаспоры, и в 2016 году мы получили финансирование от имени Государственного департамента США, и мы начали реализовывать нашу первую программу, начали реализовывать наши идеи. Мы опирались на поддержку добровольцев, волонтеров. Мы хотели решать задачи, которые мы поставили перед собой. Мы хотели показать, что африканцы могут работать вместе. И сейчас я могу вам сказать, что все это, конечно, возможно, потому что первая наша программа ДНК, которую мы назвали ДНК, в 2016 году, мы ее успешно реализовывали, уже седьмая программа сейчас реализовывается. Мы также другие 3 программы еще запустили. Без финансирования ничего этого, возможно, бы не было. Прежде всего, нам надо было определить, какие потребности у предпринимателей в Африке, как им можно помочь. Очень важно, чтобы вы могли опереться на наставников, чтобы вы могли опереться на опыт других. Мы решали вопросы оказания поддержки, оказания представления различных
советов. У нас есть еще и другие проекты «Африка будущего». И мы скоро объявим также еще об этих новых программах. Да. И победителя того, кто больше всего нам помогал, мы объявим его имя в 2022 году. Мы задавали себе вопрос, есть ли у нас программы подобные для того, чтобы помогать также африканцам и в США. И мы, конечно, если сможем, мы окажем поддержку африканцам в США, если у нас будет финансирование. Мы предоставим все от нас зависящее для того, чтобы было взаимодействие с теми, кто может помочь африканцам США, для того, чтобы выходцы из Африки становились предпринимателями, для того, чтобы помочь им встать на ноги. То есть очень многие приехали в Америку недавно, некоторые потомки тех, кто здесь оказался еще 400 лет тому назад. Так что я думаю, мы несем ответственность для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи. И мы хотим помочь не просто африканцам в Африке, но мы хотим построить мосты между диаспорой, между Африкой. Вот то, что, то, чем мы занимались. У нас есть ряд других инициатив, которые мы реализовываем в течение года. Форум, посвященный вопросам инноваций. Мы организовывали много мероприятий в Калифорнии, также в Вашингтоне, в Нью-Йорке. И мы также продолжим работать в этом ключе и впредь. Хотя, конечно, из-за ковида некоторые задачи мы не смогли выполнить своевременно. И мы очень рады, что мы можем по-прежнему работать, выполнять поставленные задачи. Очень важно взаимодействовать с диаспорой. Нужно это понять. И благодаря саммиту, глобальному саммиту диаспору, мы все прекрасно понимаем, чтобы диаспора была активной. Диаспора из азиатских стран, из Латинской Америки, другая диаспора. Необходимо, чтобы диаспора уделяла должное внимание, время и финансовые средства для того, чтобы поддерживать свою культуру, поддерживать выходцев из своих стран. Итак, если бы мы не помогали диаспоре, мы бы не смогли бы решать те серьезные проблемы, которые стоят перед нами. Очень часто многие думают, что африканцы уезжают из Африки в другие страны. Нет, большая часть миграции, она приходится на саму Африку. Африканцы переезжают из одной страны в другую. И миграция может иметь разные причины. Политические причины, другие причины и другие причины. Мы должны сейчас помочь нашим странам. Нам помогли, теперь наша очередь помочь нашим странам, помочь тем, кто остался в наших странах. И вопрос, который мы себе постоянно задаем, что было бы, если бы мы не смогли бы опереться на помощь, опереться на диаспору? 55 миллиардов долларов это те финансовые средства, которыми располагают различные диаспоры в США для того, чтобы помочь сейчас своим странам. Необходимо инвестировать, проводить
осуществлять разумные инвестиции для того, чтобы у нас были возможности, для того, чтобы можно было помогать своим сообществам, помогать тем, кто хочет вернуться в Африку. Это идеи, вопросы, которые мы можем обсуждать в наших сообществах, думать о том, как можно улучшить мир, сделать его лучше. Необходимо инвестировать в наши страны, там, где проживают наши родственники, наши семьи. Я сама смогу инвестировать деньги, которыми я смогла накопить, я смогу сама сделать что-то, чтобы помочь. Я посетила недавно Дубай, принимала участие в мероприятии, где были участники из США и из Европы, обсуждались вопросы помощи Африке. И в пятницу у нас еще будет выступление, я тоже выступлю, и мы обсудим вопросы, касающиеся африканской диаспоры, что она может сделать. Сеть африканской диаспоры, она стала сегодня мощной благодаря взаимодействию с партнерами. Партнеры нам будут помогать и впредь. И я очень благодарна всем тем, кто верит в то, что мы делаем, в наши возможности. И благодарю всех, кто со мной сотрудничает. Благодарю Мартина Рассела, который всегда оказывал мне поддержку. Огромное спасибо. Мы продолжим наш путь. Конечно, мы не видим еще конечной цели, но мы будем продвигаться вперед, шаг за шагом действовать на благо всех членов диаспоры для того, чтобы помогать друг другу, потому что мы все с вами одна семья, мы все люди. Здесь упоминали уже такой термин, как инклюзия. И я хотела бы еще добавить, что важно чувствовать себя членом сообщества. Когда вы чувствуете себя членом сообщества, это окрыляет вас, вы можете создавать много чего. Благодарю вас всех за поддержку и желаю вам всего самого хорошего в будущем. Отличного дня. Благодарю тебя за эту вдохновляющую историю относительно африканской диаспоры. И много чего было сделано в рамках различных мероприятий для того, чтобы можно было финансировать предпринимателей из Африки, для того, чтобы те, кто живет в других странах, могли распространять свои знания, свои навыки, умения в странах происхождения. Итак, мы немножко отстаем от нашего графика. Сейчас передам слово сразу Сандживу Джошпура. Пожалуйста, он расскажет о своем опыте сейчас. Благодарю. Благодарю тебя, Киллиан. Благодарю Мом. Благодарю Кинсли за то, что меня пригласили на это замечательное мероприятие. Меня зовут Санджив Джошпура. Я исполнительный директор нашей диаспоры. Я нахожусь недалеко от Вашингтона в США. Прежде всего, хотел бы сказать несколько слов об индийской диаспоре, кто мы, чем мы занимаемся, потому что это будет очень полезно для того, чтобы обсуждать вопросы функционирования диаспоры. Наша организация была создана в 2012 году успешным инвестором, предпринимателем в Сан-Франциско, Эммар Эндисвам. И наша цель – это вдохновлять индийскую диаспору, помогать ей. Наша организация – это организация членов. Мы приглашаем лидеров диаспоры стать членами нашей организации из различных стран, представителей различных профессий, различных специалистов. И три направления, которые мы уделяем больше всего внимания, то есть три основных составляющих.
прежде всего, это то, мы не занимаемся политикой, мы развиваем связи гражданского общества. Следующее – это филантропия, социальное воздействие, воздействие на наше общество. И есть также темы, которые являются для всех наших, для нас всех общими. Прежде всего, наши члены – это те, кто получил хорошее образование очень часто. Можете себе представить, им уже по 50, по 60 лет. Мы пользуемся их знаниями, мы опираемся на их знания, на их помощь, и мы думаем о новом поколении диаспоры, потому что следующее поколение диаспоры, тех, кто покинул Индию, может быть, у них не будет уже таких крепких связей со своей страной происхождения. Необходимо уже сейчас думать о них, для того, чтобы думать об этом молодом поколении. И, во-вторых, следующая тема, которая важна для нас всех. У нас есть программа Global Connect, и в рамках этого мы пытаемся сделать нашу работу по-настоящему глобальной. Мы действуем не просто активно в США, где мы были созданы, но мы активно работаем в Индии, где у нас есть также наш офис, и мы хотим быть лидерами среди индийской диаспоры. И те, кто, может быть, сами не индийцы, но связаны с тем или тем или иным образом с Индией, также с нами взаимодействуют. Мы активно работаем в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Великобритании. Также сейчас первые шаги делаются в Австралии. Впредь мы будем уделять внимание также и странам Карибского бассейна, странам Африки, потому что, говоря об индийской диаспоре, мы говорим о 32 миллионах наших граждан, которые сейчас находятся в различных странах. Итак, вернусь вот к трем основным темам, которые я упомянул. Итак, предпринимательство, инновации. Мы хотим содействовать этому. Мы хотим, чтобы предпринимательство, инновации, это было не просто возможностью создавать личное богатство. Это уже тоже хорошо. Но мы считаем, что это является средством для того, чтобы решать проблемы в обществе. Много есть различных примеров социальных задач, которые решались в рамках предпринимательства. И мы не занимаемся политикой в соответствии с американским налоговым законодательством. Мы организация, которая не имеет политической окраски, но мы хотим, чтобы о членах наша организация об индийцах знали, чтобы их голос был услышан, и мы взаимодействуем с различными организациями, сообществами, в частности, с сообществами, например, выходцев из стран Юго-Восточной Азии, с еврейской диаспорой, с другими сообществами. Мы хотим обсуждать совместно важнейшие вопросы, которые нас интересуют, в частности, филантропия. И вот то, что я сейчас упомянул, связано с тем или иным образом и с нашей работой, что касается филантропии. Несколько примеров приведу, говоря о филантропии, и вы увидите, насколько все взаимосвязано в нашей деятельности. В филантропии есть два взгляда на эту тему, на эти вопросы. Многие наши члены, у них очень тесные связи с Индией, как вы можете себе представить, и они хотели бы помочь в свою очередь теперь уже своей стране происхождения, и это очень важно, мы всячески этому содействуем, мы являемся катализаторами, мы платформа для того, чтобы эта помощь была наиболее эффективной. Но с другой стороны еще необходимо также помогать сообществу там, где вы живете, потому что вы, даже если родились в Индии, выросли в Индии, у вас теплые отношения,
отношения, крепкие отношения со страной, то необходимо также не забывать о стране, где вы живете, будь то США, Великобритания или другие страны. Страна вашего проживания или страна, в которой вы проживали 10, 20, 30, 40 лет, и где вы достигли определенного успеха, выстроили карьеру, а может быть, даже заработали некоторый капитал. Вот в этой стране вы и делаете свой вклад в общее благо. Очень важно, чтобы эту позицию продвигать в среде диаспоры. Именно такую позицию мы занимаем в отношении филантропии, то есть отдавать там, где проживаешь. Небольшой пример. К сожалению, в интересах регламента я вынужден буду немножко его превысить, но в любом случае дополнительную информацию готов предоставить в рамках уже неформальной беседы. Возвращаюсь к Индии. Итак, мы платформа, организация, которая помогает конкретным частным лицам, даже неким совершенно отдельным лицам, которые готовы перечислить $10-$20. То есть мы работаем со всеми, любыми донорами. Итак, мы даем возможность этим людям эти средства отправить в Индию. Мы организация, которая так называется, организация индийская, работающая в области филантропии в Индии. В 2017 году мы получили этот статус и таким образом стали независимой организацией и выросли уже до такого масштаба, который позволило нам вести совершенно самостоятельную деятельность. И так вот организация IPA, которая выросла из этого движения, объединяет филантропические организации, которые взаимодействуют и как раз фокусируются на Индии, но находятся в США. И директоры этих организаций, вот всех этих организаций, являются членами вот этой организации филантропической в интересах Индии, IPA. И уже мы регулярно проводим совещания среди директоров вот этих организации, обсуждаем актуальные вопросы, связанные с филантропией в Индии. Мы обсуждаем, каким образом эти организации могут взаимодействовать друг с другом и каким образом и в каком конкретном месте в цепочке поставок подключиться. Мы также работаем над тем, как организовывать эффективный сбор средств и как делать так, чтобы вот эти компании по сбору средств не перехлёстывались друг с другом и таким образом не, так сказать, мешали друг другу. То есть координационная функция. И, конечно же, поощряем сотрудничество. Это, на первый взгляд, кажется вполне очевидным. Но заверяю вас, что десятки крупных благотворительных организаций, которые как раз находятся в США, но работают с Индией, очень часто упускают из виду самые элементарные аспекты. Не для всех организаций они очевидны, и такие принципы работы очевидны. И все это как раз вскрылось в 2017 году, когда мы провели первое такое коллективное мероприятие со всеми директорами. И так всплыли проблемы, ошибки, и мы сейчас пытаемся работу наладить и отшлифовать. Это как раз вот один пример. Пример IPA, вот такой организации. Второй пример – это программа «Чало». «Чало» на хинди «пошли, вперед, давай». Вот так переводится. И мы придаем этому выражению смысл «давайте делать добро». Мы работаем с избранным кругом организаций в Индии, которых мы очень хорошо знаем в рамках вот этой программы. И рад сказать, что в период пандемии, в последние 2 года, эта программа позвала собрать $5 миллионов. Не только на, то есть 3,5 миллиарда именно для Индии, а
определенный процент также был потрачен в США на нужды индийского сообщества в период пандемии. Итак, мы собирали средства со всевозможных доноров и обеспеченных классов, и совершенно обычных людей. Еще один пример, одна из инициатив. Прошу прощения, немного вернусь назад и подчеркну, что у нас есть четкие связи с сообществом представителей диаспоры, с молодежью, кого мы, скажем так, обучаем. То есть, я уже подчеркиваю, мы работаем как с крупными донорами, так и с частными лицами, которые готовы перечислить буквально несколько долларов. То есть мы эти связи настраиваем и налаживаем. И помимо этого еще у нас есть направление работы политическое и социальное. Также работаем и взаимодействуем с другими организациями в других странах. Технологии нам в этом помогают. Это фактически революция. Однако очень большие слои населения оставлены за бортом технологической революции. И мы стремимся к тому, чтобы повысить, скажем так, их, усовершенствовать навыки или научить их чему-то, чтобы дать им шанс найти работу, сделать карьеру. Пример в Америке. Например, определенные географические районы страны нуждаются в такого рода работе. Некоторые сообщества также требуют подобного подхода. И вот сейчас мы начали крупную кампанию по обучению и усовершенствованию навыков совместно с крупными компаниями, таким образом, чтобы дать людям шанс преодолеть разрыв в технологических навыках, которые мы наблюдаем. К сожалению, мое время истекло. Киллиан уже появился на экране. Пожалуйста, Киллиан, я закончил. Большое спасибо, Санджив. Очень интересно, очень любопытный рассказ о работе. И вторит, собственно, тому, о чем говорил Кингсли в самом начале нашей сессии, о взаимодействии с молодежью. Также я напомню несколько важных моментов, которые отметила Алмаз. Филантропия — это не только о том, чтобы давать и делать добро в странах проживания, но и в странах происхождения. Так что все эти выступления взаимосвязаны. Следующая часть сессии — это интерактивная дискуссия, вопрос-ответы, обмен репликами. Прошу вас, не стесняйтесь, задавайте вопрос в прямом эфире. Если вы хотите взять слово, нажмите на кнопку «Запрос слова», и я с удовольствием вам такую возможность предоставлю. А сейчас я выведу на экран вопросы, которые будут направлять нашу дискуссию. Эти основные вопросы у нас содержались в описании сессии. Если я сейчас справлюсь с технологиями, я смогу все-таки эти вопросы на экране показать. Я зачитаю, если кому-то не видно. Итак, первый вопрос у нас звучит следующим образом. Что можно порекомендовать на уровне разработки политики для того, чтобы максимально воздействовать и задействовать ресурсы диаспоры и филантропии диаспоры? Второй вопрос. Что можно порекомендовать в отношении разработки программ для эффективного взаимодействия с с диаспорой? И третье, каковы основные участники, с которыми можно взаимодействовать, будь то правительственные структуры или представители диаспоры, для, собственно, ведения этой важной работы? Итак, коллеги, мы выявляем сейчас, что являются важными принципами взаимодействия с диаспорой в области филантропии. Скажите, пожалуйста, наш первый выступающий, Делали, как бы вы ответили на любой из этих вопросов? Кингсли, на связи ли вы с нами? Извините, Киллиан, да. Спасибо. Очень хорошие вопросы, замечательные. Извините, пожалуйста, какие-то проблемы со звуком у вас, Кингсли? А слышно ли меня сейчас?
Насколько меня слышно ли всем? Вот сейчас качество звука услышали. Замечательный вопрос, Киллиан. Действительно, а какова роль правительства, если мы говорим о филантропии, о роли диаспоры? Как я уже заметил в начале, филантропия — это частная инициатива, направленная на всеобщее благо. И, пожалуй, ответить на вопрос можно сказать следующим. Диаспоры и ее филантропическая деятельность — это скорее координационная функция здесь. Правительство может нас поддерживать, структуры могут нам помогать, например, организовывать какие-то курсы обучения или тренинги. Очень много частных организаций, которые ведут филантропическую деятельность, собирают средства и не только для того, чтобы направлять и реализовывать какие-то проекты, но и для того, чтобы финансировать собственную благотворительную деятельность. Поэтому роль у правительственных структур, безусловно, есть. Крупные правительства или крупные страны могут, безусловно, иметь целые программы для поддержки диаспоры, и это было бы замечательно, но это, конечно же, зависит от возможностей. Но по-прежнему я подчеркиваю то, что, скорее всего, у правительств должна быть скорее роль координирующая, скорее роль, направленная на поддержку, нежели на выполнение и реализацию проекта от А до Я. Спасибо. У нас в Ирландии, в принципе, роль диаспоры, история работы диаспоры — это пример успеха. И хотелось бы услышать вашу точку зрения, а вот в других странах что делается? Вы знаете, у нас наблюдаются действительно прямые инвестиции со стороны диаспоры, ДДР. Диаспора очень часто не лично какие-то инвестиции делает, а часто те, кто, например, может оказать какую-то поддержку, например, скоординировать или найти источник пожертвований, то есть использовать личные контакты для того, чтобы что-то реализовать, не обязательно собственными средствами. И это важно, это полезно, и это как раз может быть стать тем катализатором, какой-то элемент информации, какой-то контакт, который может фактически все перевернуть и дать нужный импульс. То есть я уже говорила об этом, очень важно, кто эти представители диаспоры, как к ним подойти, как установить контакты, как их убедить. То есть все это требует времени, но именно в этом заключается успех. Большое спасибо, Кингсли. Да, действительно, это то, что, о чем нужно постоянно помнить. Санджив, а теперь вопрос вам. Давайте поговорим об уровне разработки политики. Вот вы, собственно, взаимодействовали, работали в этой области. Что бы вы могли рекомендовать? Что можно сделать на уровне политики, например, для того, чтобы способствовать активной деятельности диаспоры в области филантропии? Спасибо. А я подхвачу за Кингсли. Он очень верно заметил. Кингсли сказал, вот что правительству и правительственным структурам не следует брать на себя роль того, кто все выполняет, кто, собственно, является исполнителем того или иного проекта. Это у структуры такой должна быть роль координаторов скорее, а свобода действий должна быть у диаспоры. Вот я с этим согласен на все 100%. Но мне кажется, можно пойти дальше. Можно сделать следующее. Есть примеры, есть страны, и опять-таки здесь есть специфический колорит, где правительство или госструктуры по каким-то собственным причинам, я не буду в них углубляться, здесь и культурный контекст, и какие-то особенности. То есть определенные особенности, но вот страны, они как раз не дают диаспору или, наоборот, отталкивают диаспору от вот ведущей роли. И вот здесь, мне кажется, основной фактор — это доверие. Доверие, и опять-таки Кингсли об этом в самом начале сказал, он сказал о важности установления доверия. И я хочу это подчеркнуть. Как только между
филантропами и госструктурами установлено доверие или с госструктурами в стране, куда направляется доступная добрая воля диаспоры, то все сдвигается с мертвой точки. Вот в США еще один пример. Филантропия, заниматься такой работой благотворительной проще. Проще. И мы очень... Я знаю, как, например, обстоят дела в Великобритании, Канаде, в Арабских Эмиратах, но я знаю, что есть страны, где вести подобную работу, например, деятельность такой организации, как наша, очень трудно. Очень трудно заниматься филантропией, очень трудно даже вести какую-то координационную работу. Боюсь, что это зависит, и ситуация в разных странах разная. И вот как раз влияние на такую повестку, на такое положение дел – это важный элемент нашей работы. Большое спасибо. А сейчас я хотела бы дать возможность нашей аудитории задать вопрос или сделать какое-то сообщение. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я здороваюсь с представителями аудитории и делегатами. Еще один немаловажный вопрос. Вот что касается программ, что можно было бы порекомендовать для того, чтобы усилить позиции диаспоры в области филантропии? Санджиб, можно еще раз вот, задать вопрос? Вот если вы говорите о том, что роль госструктур должна быть вторичная, скорее как координирующая, то как, собственно, вести тогда деятельность? Должно ли быть несколько заинтересованных лиц задействовано в процессе? Каким, вот, собственно, как бы вы развили эту мысль? Большое спасибо. Вы совершенно верно этот вопрос задали. Мне кажется, что в том, что касается программного уровня структурированной работы, здесь можно дать два ответа. Опять-таки, возьму Индию за пример. Все чаще и чаще, за последние, наверное, 5-6 лет, я наблюдаю следующее. Индия на уровне госструктур стала все более развитой и изощренной. Работа и деятельность филантропических организаций в Индии становится все более эффективной, и госструктуры не дотягивают до уровня до этих организаций. И вот здесь очень важно определить общие приоритеты. Иногда эти приоритеты могут разниться между госструктурами и благотворительными организациями. Страны бывают разные. У стран сложный ландшафт, разное территориальное деление. Есть собственные особенности. И поэтому список приоритетов должен создаваться и формироваться на уровне центрального правительства, на самом высоком уровне. Или на уровне, допустим, уже штатов или территориальных делений. То есть очень важно, чтобы был общий список приоритетов, чтобы он составлялся коллективно в партнерстве с благотворительными организациями. Это то, что касается роли госструктур. Сейчас я посмотрю на все это, на ситуацию с точки зрения организаций, которые, собственно, реализуют благотворительные проекты, собственно, с точки зрения филантропических организаций. Ну, на моем случае это как раз члены вот этой организации IPA, о которой я говорила. Вот для этих организаций очень важно обеспечить следующее, чтобы у этих организаций, у этой группы организаций была подготовлена единая позиция, будь то штаты, провинции в рамках одной страны. То есть они должны посмотреть на потребности, вот всеохватным такой подход определить и определить, на каком этапе кто может подключиться. Например, если организации, которые поставляют продовольствие, обеспечивают школьные обеды. Есть организации, которые строят школу. Школы, например, для детей, которые проживают в бедных районах, оборудуют эти школы и обеспечивают учебный процесс. Как было бы замечательно, когда федеральное, центральное правительство штатов могло бы определить, например,
определить один из приоритетов, как искоренение или ликвидация недоедания детей. Затем на следующем этапе вот эти благотворительные организации подключились к процессу и сказали: мы берем на себя вот эту часть работы, а вы берете на себя вот эту. Давайте сотрудничать вместе с правительством этого штата или федеральным правительством с тем, чтобы решить проблему и искоренить голод или недоедание. То есть, как видите, в этом случае, хотя я должен заметить, и сама благотворительная организация должна быть хорошо подготовлена, у нее все процессы должны быть отлажены. Кинсли, вы хотели бы что-то сказать, ответ? Да, я, конечно, хотел бы дополнить выступление Санджива. Чак Финни, когда вот я с ним общался, он часто говорил: я готов выделить 100 миллионов, 10 миллионов, но я хочу, чтобы на все эти 100 миллионов и правительство выделило 100 миллионов. И немало было. И это, на самом деле, распространенная схема, когда, например, в Мексике, например, распространенная, когда кто-то делает какое-то пожертвование, и правительство, допустим, либо одинаковую сумму, либо какой-то процент также выделяет. И очень многие используют вот этот принцип. Очень часто мы используем метафору цветущих цветов, и, так сказать, на каждый цветок мы посадим еще один цветок. Ну, все это я веду к чему? Что способствует успеху благотворительных организаций? Прежде всего, нам нужна четкая цель, нужно конкретное дело. То есть очень хорошо, чем мы занимаемся и так далее, но очень нужна четкая цель или рамки работы. Второе – это, собственно, ваш состав, вот территория, кто конкретно готов подключиться к проекту. И третье – это лидерство, руководство, координация на высоком уровне. Санджив очень верно говорил, он начал свое выступление с того, что вначале была идея. И это совершенно справедливо и для нас, и для ирландских фондов. И вот Тони О'Рейли, например, который был директором Хайнс, и Дан Руни, который также представитель диаспоры. Вот они все начинали с идеи. Но лидерство, руководящая роль – это очень важно. И, конечно, госструктуры – это важно, это нужно, поскольку это все вплетается в общую канву взаимодействия. Я хочу вернуться к там родителям, к семьям. Именно родители тех детей, которые вот подключены и включены в сообщество диаспоры, вот именно они рады, когда их дети активно участвуют в деятельности благотворительной и в деятельности диаспоры. Взаимодействие сообщества диаспоры, вот такой вопрос. Когда мы посмотрим во времени, с каждым новым поколением контакты, связи, они ослабевают. Может быть, у меня сейчас хорошие связи, но у моих детей будут связи наполовину такими же сильными, будут хуже. Вот как можно здесь действовать? Что можно сделать для того, чтобы поддерживать эти отношения уже на следующем уровне, отношения, которые существовали в диаспоре у их родителей, например? Что можно здесь сделать? Хотите, я отвечу первым? Я, наверное, быстро отвечу. Это очень интересный вопрос, потому что я, например, что касается ирландцев, знаете, я видел, что это уже очень часто было второе, третье поколение, их родители или деды и бабушки приехали в США. И вот я видел, что не всегда ослабевают связи. Это не означает, что они ослабевают автоматически во время второго или третьего поколения. А сейчас уже благодаря технологиям новым, благодаря общению, знаете, сейчас можно общаться друг с другом. Вот Санджив, он живет в Калифорнии, он калифорниец, но сейчас можно поддерживать легко отношения друг с другом. Об этом важно не забывать. И
Я не думаю, что вот можно сказать, что есть вот что-то такое единое, как индийская диаспора или ирландская диаспора. Нет, сотни таких диаспор существуют. Очень важно понимать это, потому что индийцы, они выходцы из различных провинций, различные интересы, различная история. И очень важно, чтобы они могли себя узнать в своей диаспоре. У них свои цели, свои пожелания. Нет какого-то единого подхода. Например, говоря о басках, я работал с ними. И помню, в Копенгагене, и вот я думаю, Санджев тоже знает, что это уже не какое-то единое сообщество. Да, вот я тоже, например, согласен, вот ты сказал, что Индия состоит из различных штатов, в каждом штате могут быть разные языки, разная кухня, разные истории. То есть, можно сказать, это по-настоящему разные страны. И тот факт, что Индия – это единое государство, это по-настоящему чудо историческое. Существуют, конечно, различия между индийцами в зависимости от того, откуда индийцы, и в зависимости от того, где они живут. У членов диаспоры различные потребности, ты абсолютно прав. Но говоря о вопросе Киллиана относительно следующего поколения, следующих поколений, я думаю, что со временем, вот, по крайней мере, я это обнаружил, говоря о своем опыте, когда я сравнивал различные диаспоры в США, когда я вот присматривался к диаспоре китайцев или еврейской диаспоре, я видел, что со временем отношения со страной происхождения меняются. Уже отношения-то не такие, какие были у родителей, дедушек и бабушек. И, например, израильская диаспора в США поддерживает отношения, но уже не так, как их родители. То же самое касается и индийской диаспоры из других стран. То есть, да, тенденция такая есть, что немного ослабевает отношения. И здесь важно отметить две вещи. Первое – это то, что даже если вы говорите о, скажем, четвертом поколении уже, по-прежнему существуют отношения, не будут существовать, потому что даже если четвертое, пятое поколение индийцев в Сан-Франциско или в Вашингтоне, все равно они, выходцы, будут знать историю, будут интересоваться своей страной. То есть благодаря этому они могут быть более продуктивными, более эффективно работать и знать, что происходит в их стране. Очень важно, чтобы были хорошие контакты, хорошее взаимодействие с молодежью из диаспоры. Мы прекрасно понимаем, мы должны это знать, что со временем связи будут ослабевать. Но нужно здесь в центр внимания ставить другую тему. Нужно думать о мягкой силе Индии. То есть нужно думать здесь о том, что можно сделать для членов диаспоры в стране, где вы проживаете. Очень важно, чтобы филантропия она ощущалась в Индии, в Сингапуре, в Ирландии, там, где вы живете. Санджив, я хочу сказать, что существует различие между государством и штатом, потому что государство – это одно, нация, например, это другое. Например, мы в Ирландии говорим, что мы сплоченная страна, но мы были очень слабые, например, в 2014 году, когда была Первая мировая война, но, тем не менее, существует сейчас вот именно мягкая сила ирландцев и Ирландии. Да, это очень важное было замечание. Да, вот я вижу в чате Лали,
написал комментарий. Так. Правительство, филантропы могут рассмотреть вопрос о том, как привлечь получателей помощи к участию в кампании по привлечению ресурсов, руководствуясь принципом отдачи в знак признательности. Речь идет не о том, чтобы забрать у них деньги, а о том, чтобы дать им возможность участвовать. Может быть, хочешь что-то добавить еще? Итак. Что могут правительства сделать? Какую роль могут играть правительства для того, чтобы развивать филантропию? Было много чего интересного сказано Санживом. Я думаю, что филантропия – очень важная вещь для того, чтобы люди поддерживали связи со своими странами происхождения на разных разном уровне. Можно взаимодействовать со страной, можно оплатить медицинский уход больному, у кого был обнаружен рак. Можно развивать культурные связи. И благодаря всему этому можно развивать отношения по различным направлениям. То есть очень важно понять это, понять, кого что интересует. И я думаю, что цементирующей силой всего этого будет это ощущение того, что вы принадлежите к одному сообществу. Вот Санжив об этом говорил. Инклюзия, принадлежность – это очень важно. Очень важно уделять внимание именно этой концепции, этому пониманию этого. Многие читают газету, получают информацию из различных источников, и вот как я это делаю. То есть нужно понимать, что существует различие между государством и нацией, принадлежность какой-то нации. Что ты думаешь, Санджи? Я вот могу сказать на своем опыте, что я видел, что доноры, филантропы, они, например, помогали своим странам происхождения, но потом их интересовали и другие темы взаимодействия либо с отраслью образования, развития технологий и так далее. То есть необходимо находить то, что их интересует для того, чтобы развивать отношения. И я вот вижу, что это так и происходит. И я хотел бы еще добавить следующее. Это то, что я видел, и то, что иногда все происходило вот наоборот. Вот, конечно, диаспора, она важна, но я думаю, филантропические организации должны четко понимать, что происходит в финансовом мире, в мире бизнеса. Что я, с чем иногда сталкивался, по крайней мере, вот говоря в индийской диаспоре, это то, что вначале отношения начинались благодаря различным коммерческим каким-то мероприятиям, создание совместного капитала или совместного предприятия. Такое взаимодействие было на первых этапах. И потом диаспора интересовалась уже проблемами уже региона или того места, куда они инвестировали. То есть другие темы начинали интересовать. Так, времени у нас осталось мало, Санджив. Нужно, чтобы еще у других была возможность других выступить. Вот участник из Алжирии. Ты хотела бы задать вопрос? Да, я хотела бы вот краткий комментарий сделать. Я согласна с тем, что сказали предыдущие наши докладчики. Конечно, правительство должно играть роль, чтобы развивать филантропию. Правительства должны создавать платформы для взаимодействия. В Нигерии
У нас был создан саммит для рассмотрения потенциальных возможностей для инвестиций. Мы приглашаем различных специалистов для того, чтобы обсуждать эти вопросы. Подобные платформы, я думаю, могут создаваться и в других направлениях, в других областях, для того, чтобы дать толчок филантропии. Да, благодарю тебя. Вот я вижу Падди из Замбии. Тоже хотел бы выступить, Падди. Благодарю, Киллиан. Благодарю Санджив Кинсли за ваши идеи. Хотела бы несколько слов сказать о важном ингредиенте, на мой взгляд, что касается взаимодействия диаспоры, что касается вот всей этой информации, которая нам была представлена и которую мы обменимся в чате. Мне кажется, что когда правительство и даже местные организации в странах происхождения взаимодействуют с диаспорой, это очень важно для развития диаспоры в долгосрочной перспективе, потому что диаспора — это не какое-то агентство. Необходимы контакты, потому что важно чувствовать себя членом сообщества, важно, чтобы было чувство принадлежности к стране происхождения. Так что очень важно, чтобы необходимо было действовать не только со стороны происхождения, но и на месте, где вы происходите. И правительство должны содействовать этому. Не просто правительство должно обращаться с какими-то просьбами, запросами, решать вопросы инвестиций или гуманитарного кризиса, но думать о том, как развивать отношения в долгосрочной перспективе, для того, чтобы диаспора стала по-настоящему партнером для развития, партнером для взаимодействия. И мы видим, есть различные агентства, потому что у диаспоры есть различные свои агентства на глобальном уровне. И, Киллиан, вот ты еще затронул одну тему относительно вот вовлечения новых поколений. И у меня, например, есть родственники, которые живут в различных странах, за границей, и я вижу, что, например, я сама вот сейчас в Косово, и я вижу, что по-разному мы взаимодействуем с нашими странами. Вот, например, очень важно, чтобы была стратегия для диаспоры с новыми поколениями, развить отношения с новыми поколениями, потому что иначе мы просто потеряем импульс. Благодарю вас за внимание, благодарю вас, что вы создали эту платформу. Да, конечно, у диаспоры различные истории, различные практики. И вот я вижу еще Тимур. Вкратце вот представься и очень кратко выступить. Тимур, пожалуйста, слово тебе. Тимур, выключи микрофон. Never mind. Okay, so... Okay, ладно. Итак, уважаемые участники, время нас поджимает, время заканчивается. Была очень интересная у нас сессия. Итак, мы должны закончить. Хочу сказать, что мы обсудили очень важную тему филантропия диаспоры. Очень важно также не упускать из вида роль правительства, которое может содействовать развитию отношений, быть партнером в развитии различных организаций диаспоры, в содействии филантропии диаспоры. И мы услышали выступление Санджи, Алмаз. То есть нужно не забывать о стране, в которой вы живете. Нужно не просто помогать стране происхождения. Филантропия должна быть направлена только туда, но и быть активными в своих странах, где вы проживаете. И
нужно думать о том, что будет в долгосрочной перспективе. Хочу поблагодарить Кинсли Айкенса и передать ему слово. 2 минуты. Так я не ожидал этого, но вот что я хотел сказать, что была очень интересная твоя сессия, Киллиан. Было очень интересно выслушать Санджива, других выступающих. Надо понимать, что мы с вами не говорим о чем-то, что здесь заранее все всем понятно. Тот, кто поможет, скажем, Финляндии, Перу, не означает, что поможет там, Боливии и другим странам. Мы должны использовать индивидуальные подходы. Мы должны думать о том, если где-то что-то хорошо сработало, сработает ли это в моей стране, например. Я знаю, Израиль, все больше и больше молодежи сейчас возвращается в Израиль. Много чего делается сейчас, много различных программ в различных странах. The diaspora to come back in one particular year, and hundreds of thousands came back. 5,000 events. Сотни тысяч человек отозвались, и немало мероприятий было проведено. Шотландия был первый опыт, а мы просто скопировали в рамках нашей политики, где плохо лежит, мы все копируем и берем на вооружение. Поэтому я безусловно почерпнул для себя немало полезного в рамках нашей дискуссии. Большое спасибо Сандживу, спасибо Киллиану. Нам действительно есть чему друг у друга поучиться. Я призываю просто всех поделиться полезным опытом. Совсем недавно я подготовил специальный документ, отчет, где как раз свои наработки систематизировал и готов поделиться ими со всеми желающими. Спасибо большое. Спасибо, Санджив, спасибо, Кингсли, уважаемые коллеги. Итак, результаты нашей дискуссии будут отражены в итоговом документе и будут также систематизированы в отчете. Я всех благодарю за внимание и большое спасибо. Большое спасибо, всем большое спасибо. До свидания, всего доброго.